кстати, иногда людям может присниться сон, который хочется осуществить. Например, Менделееву приснилась его таблица, а ровно 20 лет назад Сергею Супоневу приснилась детская игра «Зов джунглей». Вечером в среду после обеда сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей. Там крокодилы, львы и гориллы, слоны пантера в зарослях ждут. Если ты смелый, ловкий и умелый, джунгли тебя зовут. Джунгли зовут! Поиграем? Участники делятся на две команды – хищники и травоядные. И узнают, кто же смелее и ловчее. В ходе игры они получают косточки и бананы. Вот, например, есть конкурс с этой змеей, ее нужно поймать. Поехали. Ну, давайте попробуем. В детстве смотрел эту игру, да. А за кого вы болели? Я за хищников болел. Почему? Потому что они такие красивые. Хищники по своей природе, они как бы всегда сильнее, быстрее. Вы смотрели эту игру в детстве? Да, конечно, мне она очень нравилась. А за кого вы болели? В основном за травоядных. Почему? Ну, не знаю, как-то нравилось мне название. Если передачу смотрели всей страной вечером в среду после обеда, то в Санкт-Петербурге можно поиграть в нее в субботу. Если ты смелый, ловкий, умелый, Гинза тебя зовет. С вами была Соня Ярмусевич и теледетки.тв.